Приветствую вас, друзья. Продолжаем играть. How did you get here? It wasn't easy. At least I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. Ах, автобус. Реально, автобус по развалинам города, автобус. Что это за хрень? Какого черта? Жми на газ. Твою мать. Автобус это не лучшее, что можно было найти в таких вот... Твою мать. Поездка. Он сожрал пол... О, черт. А, далеко мы не уехали, да? Твою мать, какая жесть. Чем стрелять-то по нему? У меня патронов нет практически. Тихо, тихо, тихо. Куда стрелять ему? Просто куда угодно, что ли? Давайте попробуем в голову, что ли? Он ли голова, естественно. Давай, давай, давай. Что же это за тварь такая? Себастьян, стреляй! Лови в башку, тварь. Наш Джозеф тоже неплохо, хочу сказать, стреляет нам в помощь его. Что это за тварь? Какие-то червяки из него вывалились. Так, есть, отвалился. Ах ты, тварь. Что же это за тварь? Режь ее быстрее. Опа, с нее патроны выпали. Да хренище патронов, хочу заметить. Стоп. У нас есть патроны на магнум, мы, естественно, не можем их не использовать. Так, на четверку обычный нам... Давайте заряжаем, пока он бежит за нами. Как держится этот автобус, я не приложу ума, но все же это лучше, чем... Ну... Воу-воу-воу-воу! Есть, ушел парень. Не вошел в поворот. Давай подбирай скорее патроны. Что? Так, отлично, контрольная точка. Дальше мы не едем, да? А! Что это за хрень? Ну бей ее уже, твою мать. Наконец-то. Патрон для магнума. Максимум. А, это простые патроны. Давайте попробуем простыми патронами тоже постреляться. Кстати говоря, наш с вами товарищ тоже неплохо так отстреливается. Мы даже можем не использовать. Враг справа. А чё, я могу... Поэкономить патроны даже. На тебе в голову присел ты. Ха! Вау! Привет, мой друг. Как у тебя дела? Давай-ка загорись. Слегка. Я чё чувствую, что сейчас к нам вернется эта тварь, потому что я сомневаюсь, что она подохла, да? Просто вот влетела такая и умерла. Это уж точно. Они стреляют? На-ка, отстрелялись, ребятки. Есть. Давайте-ка, ребят, хватит вам. Ружье это не ваше. Однозначно. Ваше ходить, мычать, рычать и прочее. Есть. Еще прут, конечно. Так, кто-то тут спрыгнул, я видел. Давай, попытайся залезть. По чем-то ты у меня схлопочешь, тварина.
Спокойной ночи. Отличная фразочка, подруга. Есть. Одним выстрелом двоих просто. Ой, ё-моё, вот это было мимо, конечно. Так, ребята, ребята, сверху. Ох ты, парень. Ну-ка, давай-ка, расслабься. Минус. 9 патронов, охренеть. Эй! Что за дела, ребята? Что тут, барбекю устроили? Я не понял. Дай! Так, упал с винтовкой парень. Еще один парень с винтовкой грохнулся. Че это он присел, я не понимаю, он что? Не хочет жить? Да чтоб тебя! Есть! И без меня неплохо справляются наши с вами NPC-шные друзья, да? Так, что там? Есть! Сейчас рванет это дело. Ух! Итак, путь открыт. Мы сейчас продолжим, я как понял, путешествие, но... У нас с вами, я думаю, сейчас будет компания. Блин, столько патронов осталось, а, лежать, ну? У нас сейчас будет компания в виде нашего паучка, опять-таки. Капец, как повезло, что дорогу вот так вот сохранила. И автобусу есть где разогнаться. Так, патроны для винтовки осталось всего 2 штуки. О, ну как обычно. Ничто не могло пройти. Так вот просто, лови в голову, засранец. Так, патроны кончились. Ох ты ж тварь. Я думаю, голова это самое лучшее место, куда можно стрелять. В сложившейся ситуации. Чё он тут своими... Раскидывается детенышами. Эй, оставь в покое наш автобус. Тихо, остановись. Меткий выстрел в голову. Тихо, друг, надо взять патронов. Да кого потом соберешь это дерьмо? Жизни не осталось совсем. Нам бы, кстати, не помешало, если бы баба нам помогала, но она какого-то хрена сидит и в ус не дует. Кали, мой друг, свои наркотики. Так, у нас, кстати говоря, есть же еще вот это дело, я уже совсем забыл про нее. Да перестань качать! Ах ты, зараза! Убивай эту тварь! С них хорошие потрошки падают. Ах ты, зараза, убей ее! Фу, какая тварь, а? Все, отлично. А, не знаю, по прошлому ли сюжету пойдет игра. Я не хотел это выключать. Придется где-то вырезать. This thing you found me hooked up to. I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Joseph, no! Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. I'll go. No, I'll do it. Don't let any of them on board. Уже приближаемся к логическому завершению. Замечательной игры The Evil Within. Но, по крайней мере, мне так кажется.
Потому что прошли мы уже достаточно много. И мне кажется, что вот-вот нас ждет конец. Давай-ка, парень, отдыхай. Давайте сожжем их, пока они не встали. Отдыхайте, ребята, все будет хорошо. Так, мозгов с них, короче, не выпало. Безмозглые ребята оказались. Фу, динамит. Парень. Ох, черт! А что так тихо? Я думаю, будет жестче. Так, у него упала шашка, но если не ошибаюсь. Так, мы взяли один патрон на магнум. И это очень хорошо. Так, давайте-ка потихонечку проползем через эту бомбу. Блин, я надеялся, что зацепит нашего паренька. Но, к сожалению, нет. Так, я надеюсь, он не успеет повернуться. Да, он не успеет повернуться. Все, отлично, отлично, втихаря. Оу-оу-оу, парниша. А, это не парниша, это дамочка. Отдыхай, дорогая. Пора уже на покой. Да чтоб тебя, живучая какая зараза, а? Давайте, поехали дальше. У парнишки... Блин, да ты что, издеваешься, что ли, со своим обрезом? Так, с него ничего не выпало. Печаль. Да опять бомба. Ну, чё там? Тихо. Есть. Так, давайте, у нас аптечек нету, да? Вот это уже совсем не есть хорошо. Так, у нас есть магнум. Давайте-ка. Опа, паренек. А почему? Собственно говоря. Есть. Почему-то взрывной болт не подействовал. Непонятно мне по какой причине. Так, у нас есть магнум и всего на все два патрона. Если будем очень меткими. Ух, ёптыть. Парень. Ха! Ну ты, конечно, наивный. Что тут за звуки непонятные? Так. Ну что, мы добрались до нашего места назначения. Подбираем, что это такое? Кровоостанавливающее средство. Отлично. Так, наконец-таки мы взяли стимулятор, которого нам так не хватало. Давай-ка, друг, делай инъекцию. Все, погнали. Самое время вернуться и помочь нашему другу Себастьяну. Что? Ну это уже совсем... Это уже, ребята, явный перебор. Так, а там плечо поменять нет возможности? Тут мне от правого стрелять здесь неудобно. Так, самое интересное, что бронелист его закрывает полностью, и я ни черта не вижу. Нет возможности. Вау, паре. Тут не говори, что автомобили все разрушаются. Фарш. Да твою ж мать. И что, и как? Надо ближе. Попал ты, паренек. Так. Так. Патроны кончились, ребят. Ха, полез. Так, я думаю, что стрелять нет смысла, надо бежать. Слишком много тут нечисти. Беги, мой друг. Так, ну вот этот парень, быть может, сам. Так. А, вот как у нас работает. Без проблем. Куда ты собрался, мой хороший? Давай-ка отдыхай, ё-моё, чего так много? Так, а с другой стороны не могут залезть? Вроде нет. Ребят, да что же вы?
такой элемент шутера присутствует, ё-моё. Они что, бронированные, что ли? Какого хрена не могу их убить? Крупнокалиберный пулемет их не берет, поглядите. К сожалению, что-то ничего с них не падает. Эй-эй-эй! Так, он шашку кинул. Так. Ребятки, давайте-ка расходимся. Здесь не на что смотреть. Блин, как жалко, что с них ничего не падает полезного. А кто, где? Непонятно мне, непонятно. Что, вроде все. Давайте выходим. Да, я бегу. Я уже бегу. Блин, столько трупов и, к сожалению... Что такое? Эй. Что-то я немножко не понимаю, что надо-то. У меня очень мало патронов. У меня же есть граната. Ёпперный театр. Чего я туплю? Сейчас все будет, ребятки. Ловите. Тихо. Не уходите далеко. И ты лови. Сейчас все будет. Все, гуд. Че, нет? Еще не открывается? Да какого черта? Так. Давай. Опа. Ребята, далеко не уходим. Не расходимся. Шоу продолжается. Парнишка, давай-ка отдохни. Так, стимулятор. О, наконец-то с них начало падать хоть какое-то добро. Тихо. Нифига себе. Да ты чё? Джеки Чан в прошлом, что ли? Так. Давайте за место... Этого дела стимулятор давай-ка. Опа, хорошо. Сработало. Тихо. Сейчас все будет. Блин, друг. Нет, друг, не то сделал. Ну да ладно. Минус голова. Стой. Да ты что такой дерзкий? Остановись уже, отдохни. Отлично, молодец. Так, ну что, вроде бы все. Всех зачистили. Так, вижу стимулятор, обязательно надо подобрать. Такое нельзя пропускать. Ну что, вроде бы все. Открывай дверь, подруга. Я немножко тут устал. Блин, почему бы мне сесть на Хаммер? Они же вот, монстры приехали на Хаммере. Нет, надо на автобусе сейчас уехать. Отлично. Мы остановили кровь. Джозеф продолжит жить. Но я думаю, ненадолго. Давай. Выбирайся отсюда, да поживее. А! Ох, нифига, я управляю машиной. Ха! Слушай, круто. К этому хоррору добавили некие элементы такого экшена. Давайте-ка. Так, осторожно, так. О, Рувик. Да сбивай его к чертовой матери. Да ладно. Что за жесть? Но я думаю вообще, что Рубик, он сам по себе-то дух, не физическое тело, поэтому... Да твою мать, у нас просто бронированный автобус. Просто кирпичные кладки выносит на раз-два и не мнется. Так, серия у нас закончилась, точнее не серия, а закончился эпизод, но серия не заканчивается. Мы тут же продолжаем. Что-то мне подсказывает, что скоро совсем конец. Совсем скоро
все живы и здоровы, ничего страшного не произошло. Протаранили дом, ничего такого, все нормально. Так, она там в автобусе, что ли, осталась? Да ладно. Да нет, по-любому она не умерла. Такой видный персонаж не может так легко просто и безмолвно уйти. Так, давайте-ка сюда у нас это дело сюда, это дело сюда. Патронов, жаль, у нас совсем мало. Кстати, аптечку. Аптечку я бы убрал, потому что очень часто использую. Придется сюда спуститься. А! Ребята, там все сгорело к чертовой бабушке. Че вы там собрались найти? Мне кажется, если она там была, то она точно откинулась. Итак, дневник Себастьяна Кастелландеса. Майлора исчезла, это его жена. Уже несколько дней от нее никаких вестей. Я написал заявление, но они думают, что я сошел с ума. Ее машина, компьютер, часть вещей, всего этого тоже нет. И никаких намеков на состав преступления. Все считают, что она меня бросила. Постоянно вспоминают про то, что я пью, словно это имеет отношение к исчезновению Майры. Вот только они не считают ее исчезновением. Смотрят на меня, словно это я виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла. Кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны. Но какой? Так. А что у нас? Я что-то... не по... Сколько у нас там мозгов? 2900. Нам совершенно нечего делать. В местах для прокачки, поэтому двигаемся дальше. Никаких ключей у нас нету, никаких бонусов и плюшек там нас не ждет, поэтому... Кислота? Вау, вау, откуда здесь кислота? Вот, и поэтому... Слушай, я чуть туда не пошел на кислоту. Давай, взламывай. Отлично, все работает? Теперь кислота не капает. Так, ну что, обстановочка поменялась, стала, ну, более-менее приятной такой, да? Мы не видим всяких кишков, правда, двери замотаны колючей проволокой какого-то черта. Ну и город по-прежнему разрушен полностью. Так, мы почти, кстати, пришли к психиатрической больнице. Да. Ребята, это просто победа. Так, ну что, я понял, как только мы доберемся до психиатрической больницы, там у нас произойдет наша окончательная схватка, и на этом закончится игра, я как понял. Так, ну что, я... А, понятно, надо стрельнуть. Я понял. Давайте прыгаем. Дружище, давай, прыгай, не будем мы с тобой. Воу! Давай, бросай ты эту лампу. Какая жесть. Так, ну что? Джозеф остался наверху. Давай, паренек. Только я как понял, мы тебя опять потеряем, и потом придется тебя опять спасать, как обычно в течение всей этой игры мы постоянно... спасаем наших напарников. Да, сначала Кидман, теперь... Что это за звук? Что это, твою мать, за звук? Да ладно, дружище! Опять! Реально, опять? Как ты выжил? Так, судя по этим... Нам придется... Я чувствую, нам скоро придется бегать и уклоняться от... Жесть какая. Или же нет? Так, ладно, давайте проверим. В ящиках полно добра. Просто навалом. Так, есть место, где спрятаться. Интересно... мы видим, как чувак попал, да, в ловушку. Так, дружище. Парень, остынь. Да какого фига ты... Он просто практически от бедра стреляет. Твою мать, в пах лови. О, я только хотел успеть поторопиться, отойти.
чтобы не попасть. Все, отлично. Заряжай это дело, подбирай патрон. Всего один патрон, друг. Это кто? Фу, я думаю, Трувик. Воу-воу-воу, парень. Остынь. Все будет хорошо, просто остынь. У него нет головы? Вы издеваетесь? Как мне убивать чувака, у которого нет головы? Ну-ка. Как тебе такой подход? А, блин, вот за что я не люблю. Вот за что я не люблю, когда на быстром слоте стоят аптечки, за то, что я постоянно нажимаю случайно на них и... Так, что у нас тут? Что есть полезненького? Что это за красные штучки? Так. Эй, броу. Привет. Давай, иди ко мне. Ах ты, так ты падла, а? Давай, на, придурок. Придурока. Так. Давайте-ка гранату поставим на быстрый слот. Потому что у нас сейчас будет яркая встреча. Привет, дружище. Лови-ка. Как тебе такой подарочек? Тихо. Давай, жги его. Гори ясно, дружище. А, нога такая. Так, самое главное. Забираем. Забираем остатки его мозгов. Ему они уже не понадобятся, к счастью. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, забираем все добро, все нам полезно. Кроме бутылки, естественно. Бутылка нам к черту не сдалась. Так, через кислоту идти бессмысленно. У-у-у! Мы уже это сами узнали, проверили. Поэтому будем разминировать. А, чувак, надо было успеть лампу убрать, ну что же ты? Так, есть, мы разминировали, и при этом у нас... Да иди ты! Так, у нас, кстати говоря, сейчас мы по-быстрому сделаем... Стоп. Так, давайте-ка вот этих болтов нам надо наделать. Потом нам нужны еще вот такие болты. Все. А? Как тебе? Да фига себе ты крепкий малый. Давай-ка, гори. Умер? Нет, он не умер. Твою мать, да когда же... Где ты? На-ка, парень. Конечно, он нас зацепил слегка, но... Потери не так критичны. Охренеть. Вы чё там? Есть, он не успел выстрелить, хотя был на грани. Так, ну что, от него ничего не осталось, к общему сожалению. Даже никаких патронов. Эй, парень. Ну-ка отдыхай. У меня есть... Беги. Ну-ка, ребятки, свалитесь-ка. Синхронисты чертовы, а? Ладно, попробуем немножко по-другому. Давайте по ногам. А теперь поджигай. Гори ясно, дружище. О, бежим! Какая жесть, а? Где этот ублюдок? Бросай. Давай, да чтоб тебя. Все, на последних издыханиях он нас немножко покоцал. Паскуд такая. Так, у нас есть аптечки. А это значит, что мы будем жить? Блин, ребята, с вас вообще... А, вот, выпал немножко, но все равно лучше, чем ничего. Так.
О, чуть не рванул. Чуть не рванул. Так, что у нас? Здесь ничего нет. Так. Подобрали мы инструмент. Прыгать вниз пока не хочу. И, кстати говоря, там лежит сейф. А обычно в этом месте спаунится тот самый ублюдыш. Так, так, так. Здесь что-то пусто и вообще ничего нету. О, фарш. На-ка в ногу. Ты чё, не упал-то сразу? Надо было тебе сразу упасть. Так, все отлично. Давайте разминируем эту кислотную ловушку. И будем спускаться вниз. Что ж вы, какие жмоты-то, ничего не оставляете? Зараза, а? Ладно, все, погнали. Нет тут здесь ничего. А, ну конечно. Я уже увидел, но остановиться не успел. Печаль, беда. Так, давай-ка, давай-ка. Что у нас здесь? Мозги полезные. Еще мозги полезные. У нас 8200, но на нашем уровне сейчас это очень мало. Практически ничего. Нельзя сделать на 8000 мозгов. Поэтому... Блин, почему эти ящики не ломаются? Ну да ладно, хрен с ними. Так, ловушка. Непонятно, она уже сработанная, да? Вот так вот выглядит не сработанная ловушка. Вы видите сейф? Видите, да? Вы знаете, что это означает? Это означает, что совсем скоро здесь появится наш друг. Я уже даже слышу, как он там... Так, надо аптечку убрать, пока я вновь не израсходовал ее впустую. Так, ну что, где наш любимый дробовик? Дробовик — это тема. Так. Слышу, но пока что не вижу. Судя по звукам, он совсем близко. Судя по звукам, он совсем близко. Вижу растяжку. Давайте-ка мы ее разминируем пока что. Где он? А, то есть он там занят чем-то. Ну ладно, пока наш квадратоголовый друг чем-то занят, мы пойдем. А, разминировать не удастся, да? Потому что он там нас увидит. Какой же ты неприятный молодой человек. Так, он у нас еще мозги, целый косарь мозгов. Отлично, еще мозги. А, куда-то он делся у нас, да? Куда я заныкался-то? Что-то мне кажется, что сейчас он выскочит откуда-то. Это прям в его жанре. Где ты, друг? Давайте-ка. Может быть, он дальше типа пошел, и кислота ему нипочем, просто прошел через кислоту? Хм, интересно. Жаль, что патронов совсем мало, и биться с этим товарищем у нас с вами, скорее всего, не получится. Придется бежать. Если будет такая возможность. Давай, взламывай эту ловушку уже. Так, там, значит, дым. Нам туда не пройти. Давай-ка. Слышу воронов. А это значит, что мы сейчас выберемся на улицу. Улица — это хорошо. Опа, отлично. Куча мозгов просто валяется на полу. Прям качай, не хочу персонажа. Так, что у нас там? Ага, Кинман. Да нет ее там, она сгорела уже вместе со своими портками. Так, ворона. А, я только подумал, что можно ли убить ворону, как эта пернатая тварь улетела. Не дала нам даже попробовать. Давай быстрее, дружище, давай, давай. Прыжок. Надеюсь, этот парнишка не встанет. Что у нас здесь? Supreme Mag. Это патроны на Magnum. Это точно. Magnum хорошая штука. Жалко, патроны очень-очень редкие. И эти патроны мы с вами оставим для нашего закадычного квадратоголового друга. Закрыто. Ой, я уже где-то это слышал. В какой-то камере это было.
Кто этот таинственный заключенный? Так, он говорит про квадратоголового, как я понял. Вы заметили, да, что больница преобразилась и теперь похожа на среднестатистический российский подъезд? Ну, конечно, если только вы не в элитном где-то живете местечке. Так, что у нас за газетка? Давайте ознакомимся. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Викториана сгорел дотла. Полагают, что это был поджог. Местонахождение владельца затворника неизвестно. Честно говоря, я немножко не помню, горел ли у нас какой-то какой-либо из наших локаций, где мы были, чтобы как-то это синхронизировать. Итак, а мы, кстати, нашли очень много карт. Кусочков карт, но для чего это нужно, я пока не знаю. Наверное, какие-нибудь секретки будут открываться, всякие там костюмы, ну как обычно в таких играх бывает. Так, ну что, прокачаемся на... Мы подняли нашему персонажу некоторые показатели и теперь готовы встретиться с квадратоголовым лицом к лицу. Хотя очень странно, что он до сих пор жив. Мы же убили этого в прошлый раз. Мы убили этого засранца, а он каким-то макаром снова выжил. Но, кстати говоря, когда мы его убили, я прям-таки и сказал, что это, я уверен, не в последний раз. Слишком просто. Так. Ага, все, дверь открыта. Я понял, теперь куда бежать. Открываем очередные зеленые остатки мозговой деятельности. Собирай добро. Нас прям зарядили аптечками. Что-то мне кажется, сейчас произойдет то, к чему мы готовились длительное время. Так, кто там? Я кого-то вижу. Разбили ящик, а толку мало. Кто это такой? Человек, у которого мины в теле. Твою мать! Я вот так и знал, что чертов смертник. Да чтоб тебя! Не успели мы с вами отбежать на достаточное расстояние. Давай-ка аптечку используй. Хороша. Хороша, зараза. Так, ну что, погнали дальше. Ребята откинулись, оставили нам немножко потрошков. А тут ничего нету. Так, сейчас мы комнату проверим. Вау-вау-вау! Фарш. Давай, Себастьян, я понимаю, ты многое уже перенес. Но осталось совсем чуть-чуть. Потерпи, малеха. Друг. Так, что у нас здесь? Если не ошибаюсь, это вторичная такая комнатка, да? То есть не по ней нам не надо идти, потому что здесь просто типа бонус. Ну точно. Что это такое? Два ящика и оба пустые. Очередной фрагмент карты, ведущий нас в непонятные дали. Да, все. Как я и предполагал, это была второстепенная комнатка, а главный проход у нас находится по вот этим вентиляционным шахтам, по огромным вентиляционным шахтам. Не знаю, для чего их огромными такие делали. Так, еще добро. Что-то мы там побили. Какой-то склад. Так, что это, непонятно. Очень много мозгов. Мы просто вот только отошли, а уже 5 с лишним тысяч наковыряли. Так, ну что? Пока что я не... Ага, все. Джозеф, да, этот Джозеф. Естественно, этот Джозеф будет
Только немного с железной головой и с огромным молотом. Вот такой вот преобразившийся Джозеф сейчас будет, я уверен. Кстати, там по-любому придется нашего Джозефа убить, потому что вы помните, да, у него были какие-то ломки мозговые. Он был каким-то неадекватным, примерно как мы. В один из моментов. Так. Большая комната и... О, Джозеф. Ну, что могу сказать? Да. Нашему Джозефу пришел... О, нет. Чувак, нет. Твою мать. Что теперь? О, уже даже не предполагаю, что нас ожидает. Так, неспроста горят у нас. Так, есть, второй давай. Давай, 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 скорее, Себастьян. Так, электроболты. Что? Что это еще за битва роботов? Так, электроболты. Да чтоб тебя. Так, электроболты здесь, я как понял, неспроста, да? Их просто так нам раздают. Так. Ой, дружище, что ж ты наделал? Давай-ка еще электроболт. Так, электроболты. Я как понял, вот эти вот штучки у нас... Да, благодаря электричеству они у нас отключаются. Так, огонь это не есть, хорошо. Мне интересно, они отключаются насовсем или потом они вновь активируются? Так, 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 так. Друг, давай, 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 быстрей. Я как понял, они опять активируются, да. Вау. Вау, да ты издеваешься. Так, 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 бежим. Так, осталась кислота только. Фу, прорвались. Офигеть, вы посмотрите, сколько там этой... Этих... Я даже не знаю, как это назвать. Так, все, кислота отключена. О, твою мать. Твою мать. Что у нас из... Так, ну что, Джозефу, походу, пришел... Нет. Джозеф выжил. Слушай, этот паренек не так прост, как кажется на самом деле. А мне кажется, что нашего друга не взять электрошокером. Ох ты ж, ежик! Его вообще, что ли, ничем не взять? Парень. Давай-ка расслабься. Где ты там? Что? Что? Что это? Какая жесть! Парень, мне тоже нужен лифт. Так, 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 так. Давай в срочном порядке я делаю еще... Все, отлично. Да пошел ты. Куры, эти тела, дайте пройти. А, электрошок его вроде как останавливает. А, давайте подберем. О, еще раз он помер. Так, судя по всему, отлично, отлично. Открылся лифт. Бегом в лифт. Прыгай, друг. Фу, вроде спрятались. А, куда нас это приведет? А куда нас это приведет, мы узнаем в следующей серии. Ребята, давайте закончим на этой серию на такой интригующей ноте. Твою мать. Встретимся в другой серии. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. В следующей серии увидимся. Всем пока-пока.